Кубань, Краснодар, Волгарь, Астрахань. Восьмой тур, Мелбет, первая лига. Матч, который пройдет на второй по вместимости арене первого дивизиона. В игре Кубань Волгарю проиграл. Ну что ж, свисток главного рефери Олега Соколова. Воронеж, судья первой категории. И мы начинаем. А он Ткачук, Чуканов. Нет, не Чуканов пробил. Пробил Родин справа, рядом со штангой. Ткачук слева. Есть варианты. Тут такая тайна. И Ткачук попадает в створ. Отбивает. И Гелизадинов, да. Так ладошками Смирнов рискованно отбивал. Чуканов. Классная передача. А вот что было, не было. Сидоров считает, что нет. Чуканова. Рядом Ткачук. Рядом Архипов. Классная передача. Забивать. Вы все видели. Сантиметры. Разводит руки в стороны Олег Смирнов, не понимая, как дали Чуканов. Иловичу 32 года, Локтиону 37. Гелизадинов справа, штрафной. Хороший пас, удар Царукяна! Концовку первого тайма на этом заканчивали. Удар Царукяна. Волгарь. Стандарт. Подача на дальнюю. Пошел Нестеренко и едва Стефанович вторым касанием был у него прострел слева направо неудачный. Был отдавать, ждал передачу на ход Лесников. Но мяч снова у Волгаря. Делькин, Лесников, Лесников, Лесников прострел. Вышел Нестеренко и угловой. Концовка горячая, Волгарь шанс имел. Почти все в штрафной. Удар. Ну что, свисток к окончанию матча, да. Олег Соколов завершает сегодняшнюю игру без забитых мячей. Кубань-Волгарь в Краснодаре.